Доброе всем время суток, меня зовут Виктор, я вас приветствую на 172-м видеовыпуске, который называется «На доске». Сегодняшняя тема посвящается тому, как можно получать трафик и клиентов и лиды по многим тематикам на русском и украинском языке западных стран. По сути, на самом деле очень много иммигрантов, которые выехали в Германию, которые выехали в США, в Канаду и в другие страны, в том числе Кипр и так далее, которые также интересуются какими-то сервисами. В принципе, если, например, нет знания английского языка или в этом не настроен процесс, то довольно-таки просто привлечь клиентов, привлечь эту аудиторию на ресурс, чем продвигаться на англоязычный сегмент. Собственно, об этом сегодня речь. Первое. То есть, каким образом мы можем вообще проанализировать, есть ли спрос по вашей нише? Самый простой вариант. Заходим в Google, Keyword Planner, дальше вбиваем ключевое слово, выбираем регион. Ну, например, там любое ключевое слово, выбираем регион, там Канада, Австралия. Смотрим частотность. Если частотность есть, там, грубо говоря, от 500 в месяц, может даже там 200, 300, 500, все зависит сильно от тематики. Если это там, понятно, развлекательная какая-то тематика, то частотность будет большая, но на самом деле это не сильно имеет смысл. То есть смотрим по частотности, если частотность ок, есть какие-то смежные слова, дальше мы смотрим выдачу. То есть мы смотрим по выдаче, какие сайты присутствуют и возможно ли там, в принципе, влезть с сайтом довольно-таки легко и получить топ. Соответственно, на основании выдачи смотрим конкуренцию, прикидываем ок, не ок. Если ок, то переходим к следующему варианту. Следующий вариант – это нюансы SEO. Они настолько простые, вот я не знаю, как конструкция лома. Первое. Заходим в Google Webmaster. Ну, вот мы создали, допустим, сайт, оптимизировали, там сделали тексты, сделали классную структуру. Ну, все как должно быть. И в технической части, и в визуальной, и в контентной. Заходим в Google Webmaster, подтверждаем сайт и выставляем нужный регион. В итоге все остальное делается так, как под RU или UA сегмент, и, собственно, получается довольно-таки быстрый результат. Из результатов, которые нам получалось сделать, то есть нужно мыслить сильно шире. То есть тематики могут быть разные, но, например, я точно знаю, что определенная аудитория, у которой все довольно-таки ок, у них там есть разные интересы, они живут на Кипре, они используют только русский язык для общения и, соответственно, гуглят. И, соответственно, чтобы нам получить топ по этой тематике, мы пилим сайт, затачиваем его на русском или там другом, или украинском, то есть в данном случае на русском языке под Кипр. И получаем топ, прям очень быстро. Из нюансов, которые такие, что мы получаем? Быстрый топ, там целевой трафик, который может, в принципе, неплохо конвертиться. И трафик будет зависеть сильно от объема ниши. Ну, например, там можно получать по тем же аутсорсинговым услугам, там, я не знаю, 5 литов в месяц, сайта, на который вы будете тратить там не сильно много. И это будет, в принципе, хорошо окупаться, чем пробовать выходить сразу на англоязычный сегмент и не получать результат долгое время. То есть это такой небольшой лайфхак. То есть с той аудиторией, то есть с тем языком, на котором вам легче всего общаться, то есть и на котором настроен процесс, можно получить результат. То же самое мы тестили, например, в Канаде очень много разговаривают на украинском. Они как бы перешли на английский, но тем не менее есть статистика, то, что показывает, что гуглят, например, на украинском. В итоге мы смотрим, по каким тематикам, точнее по интересующих нам тематикам, затачиваем сайт, получаем результат. Это хорошая тема. Это все, чем я хотел поделиться сегодня. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, ставите лайки и подписывайтесь на наши новые видеовыпуски на доске. Пока!